Как так можно придумать? Угу. Ты просто хочешь поесть? Да. Кем ты была в прошлой жизни? Милая ягодка. Еще раз скажи, раз, два, три. Громко. Так, а ты присаживайся, мадам, вот сюда. Что, у меня такой рюкзачок? Это не рюкзачок, это микрофон. Нет, тут, на спине. Да. Хочешь вот так вот на подушечку облокачивайся? Вот твоя камера, она здесь будет. Это маленькая? Да, ты двигайся вот сюда. Начинаем? Да. Скажи, привет, красотки. Привет, красотки. Мы будем с тобой делать распаковку вкусняшек. Вкусняшек? Да. Это For Fresh, наши любимые друзья. У них есть такой набор, сет перекусов. Он очень такой выгодный там по цене. Можно познакомиться сразу с несколькими брендами, со многими брендами. Полезные и вкусные. А еще я буду задавать тебе вопросы. Ты готова? Угу. Давай сначала первый вопрос, а потом мы вскроем коробочку, ладно? Да. Ням-ням. О чем ты мечтаешь? Угу. Я как-то вот маленькая была. А ты что мечтаешь? Сошла с темы. Я мечтаю? Ой, я мечтаю, Ева, о мире. Во всем мире. Чтобы все у всех было хорошо. Что? Ну, ты мне сказала. Да. А ты о чем мечтаешь все-таки? Когда единорог прыгает по облакам и он летает по на самолете летает. Тебе нравится, как единорог летает на самолете, да? Да. И ты об этом мечтаешь? Да, я тоже. Хорошо. Такая вот коробка. Сначала мы увидели, что? Что это? Открытка какая-то, да? Перекус – это энергия. Хорошо. Ну-ка. Это для меня? Это для нас. Да. Да. Давай, конечно. Только аккуратно, микрофон у тебя здесь. Его не зажимай, ладно? Потому что иначе тебя будет не слышно. Представляешь? Да. Да. Смотри, во-первых, написано, что это шоколад на овсяном молоке. Какие тут листочки красивые. Всю, что ли? Да. Не, давай мы по кусочкам. Ты сейчас запачкаешься, во-первых, смотри. Мы вот так поделим на кусочки. Мое платье все вытерло, да, получается? Да. Класс. Смотри, тут клубничка в прослойке прямо. Держи свою долечку. Долечку? Долечка твоя. Сублимированная клубника. Давай еще угадай, что это. Вот это мои глазки. Если нам понравится, мы говорим плюс, ставим плюс. Если нам не понравилось, то мы ставим минус. Тебе понравилось? Да. Значит, мы ставим плюс. Плюс. Хочешь запить? Нет. Ева, что такое красота? Я не знаю. Не знаешь? Кто для тебя красивый? Единорог. А из людей? Кто из людей красивый? Мама. А еще кто? Спасибо. Папа. И еще кто? Все вместе. Все вообще красивые, да? Да. Вообще все-все красивые? Да. Вот классно. Что это? Батончик. Батончик. Какой он красивый, голубой. Тут написано кокос и семена чиа. Ты помнишь семена, которые ты постоянно себе в йогурт добавляешь? Да. Семечки. Вот это такие же семечки здесь, внутри. О, какой красивый батончик. Он такой жевастый, да, Ева? Угу. Тверденький. Тебе нравится? Он вкусный и в меру сладкий, но жевастый. Вот для бабушки, например, такой не подойдет. Для нас. Это для нас, да? Да. Ставим плюсик тогда? Да, давай значит? Так вот. А, ну давай, окей. А если нам не понравилось, то что мы делаем? Вот так вот давай тогда. Палец вниз. Если понравилось, то палец вверх. Угу. Ой, резинка у меня все в видео, да? Почему ты выбросила? Ну, она мне не нужна. Ева, какая твоя любимая игрушка? Костюм зайчика. Тебе нравится в нем ходить, да, дома? И это для тебя игрушка? Да. Ладно. Что же это? Ням-ням. А что такое? Орешки, да? Какой это орешек? Миндаль. Нет, не миндаль. Кешью. Кешью. У нас такой же кешью. Да, дома, да? Да. Мы все время едим. Да.
И ты в садик, да, с собой берешь кешью? Да, я ее вот так вот нам-нам-нам. Нам-нам-нам. И тут внутри, кажется, еще и вишня. Смотри. Вишня. Вот сам орех не жареный, не добавленная соль очень много, да, вот прям просто сушеный и такой вкусный. Мне не понравилось. Не понравилось? Правда? Ну, тогда ты ставь палец вниз. Мне понравилось. У меня палец вверх. Ева, ты боишься чего-то? Да. Чего? Монстров. Монстров? Правда? А где они живут? Ну, у них дома. А где именно? В зале. В зале? А где именно в зале? Игрушка. Ты их видела? Да, ночь. Ночью видела? Ты придумываешь? Да. Где-то в мультике, да, увидела про монстров? Они такие были очень честные. Угу. И поэтому ты, наверное, подумала, что ты их боишься? Да. Закрытыми глазками. Вау, что это? Смотри, что это такое. Это пекан в шоколаде. Пекан в шоколаде? Бабуля, ты хочешь? Да, я тоже хочу. Ой, они такие милые. Похожи на картошку, да? Как так можно придумать? Угу. Это же вообще гениально. Угу. Мы ставим палец вверх. Чин-чин. Ну что, будем еще пробовать? Конечно, тут еще много всего. А? Что же это? Это, кстати, сам производитель Фофреш. Фофреш. То есть они... Фофр... Ты сказала Фофреш? Фофреш. Кто-то, может, не знает, но Фофреш сами еще и производители. У них не только множество брендов представлено, но они еще и сами производят. Да, конечно. Это конфета называется. Конфета? Протеиновая. Яблочный штрудель. Откроем? Угу. Ух ты, какая она, смотри. Угу. Ну, как тебе? Палец. Палец вверх? Она похожа на яблочный пирог, да? Колобка. На колобка и на яблочный пирог. Ты помнишь... Что происходит с зубками, когда на них много сладкого? Микробы. Угу. Мы поэтому их чистим, да? Угу. Давай, следующий вопрос. Да. Тебе нравится больше деревня или город? Город. Город – это там, где мы живем. Угу. А деревня – там, где бабушка, помнишь? Зверобой, коровы. Где тебе больше нравится? Мяу. Где? Мяу. В деревне больше нравится? Или в городе? Мяу. Тебе просто нравится больше кошки, неважно где, да? Угу. О, какая большая пачка! Корнерсы! Доктор Кернер. Их мы пробовали, да? Да. Самые разные вкусы. Маленькие вот такие хлебцы. Эти конкретно томат и базилик. А невероятно вкусно. Похоже на кириешки, тире чипсы, тире кукурузные палочки, но полезные. Насколько они могут быть полезными, да? Мне очень нравится. Мне тоже нравится. Палец вверх ставим? Я вот даже больше люблю перекусы именно соленые, не только сладкие. Чем ты любишь вообще заниматься? Мяу. Ну ты уже прикалываешься. Что ты любишь делать? Вот у тебя есть время свободное дома, что ты любишь делать? Гладить кошек. Гладить кошек? А у нас дома кошки нет? Есть. Где? У тебя в волосах. У меня в волосах кошка? Да. О, опять конфета, только другая, с другим вкусом. Это тоже Фофреш, арахисовый крем. Вот так она выглядит, такая солнечная конфетка. Открываем. А давайте я пишу вам тарелочку и ливочку. Зайка, мне не надо, потому что у тебя вот здесь вот микрофон отдельно болтаться будет. Мы скоро снимем уже все, и потом мы еще походим по студии. И вилочку с ложечкой поиграем. Так, здесь тоже колобок. Ух ты, какой у тебя укус смелый. Нравится? Угу. Опять палец вверх? Тебе что, все нравится? Угу. Ну это вообще арахисовая паста. Ее такое ощущение, что соединили с какими-то еще орешками, с кешью, и сделали из этого конфету. Но она белковая, наверное, вообще. Кем ты была в прошлой жизни? Давай еще. Ну ты мне скажи, кем ты была в прошлой жизни? Вопрос от подписчиков, ваш вопрос, не мой. Гладить кошек. Ты кошек гладила в прошлой жизни? Угу. Да, твоя. Ты просто хочешь поесть? Да. Ну, хотя бы честно. Что это? Знаю. Это же кокосовые чипсы. Вот какие могут быть разными перекусы, да? А вот это минус. Минус. Палец вниз немножко. Знаешь, за что? За то, что нет нормальной открывашки. А, ну она как бы рвется, но нет прорези для этого. На, держи тебе.
все равно вкуснее. Все равно вкуснее? Угу. Да. Ой, как много тебе. Поместится в твой животик? Ё-моё. Ева, почему небо голубое? Обычно она мне такие вопросы сейчас задает. Сейчас возраст прям самый-самый возраст. Почему? А почему мы надели это? А почему мы пришли сюда? А почему ты приготовила кашу? А почему ты не приготовила кашу? Да? Я уже наедаюсь. Ты наедаешься? Нет. Нет? Ты вкусняшками не наешься никогда, да? Это кукурузные палочки. Сладкие, но при этом без сахара. Ну, потому что здесь подсластитель изомальт. Ну, это такие палочки. Да, не содержит глютен, для тех, кому это важно. Открываем, да? Если мы привыкли, что обычные кукурузные палочки, они прям пышные, воздушные, большие, то эти не совсем. Они маленькие и более твердые, как я и ожидала. Ева, как ты думаешь, что такое здоровье? Ну, примерно. Что значит быть здоровым? Быть сильным. Угу. Мяу-мяу копов. Хороший ответ. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мне, что ли, вторая? Это ты для меня взяла? Ты такая милая ягодка. Тут осталось немного. Чувисы! Да! Ты знаешь, что такое чувисы, Ев? Да. Что? Не знаю. Я не знаю, Ева помнит или нет. Очень давно я покупала, год назад, наверное, последний раз. Это типа мармеладки. Мармеладки. Бренд, кстати, Байт. Байт мы вообще обожаем всей душой и всей семьей, потому что их печенье, каждый день мы в садик берем его. Как открываются-то? Почему открываются, тоже сложно. Ребята, работайте над упаковкой. Упаковка. Упаковка не открывается, да? Придется лопать, как в детстве. Вот так вот. Вот так вот. Ну, смотри, я сейчас съем. Ну, они дико вкусные, конечно. Запиваем. Как думаешь, почему некоторые детки не делятся своими игрушками? Не знаю. У тебя было такое, что ты подходишь к ребеночку, а он не дает игрушки? Было такое? Ты что обычно делаешь? Плакаю. Ты плачешь тогда? Потому что тебе обидно, что тебе не дали игрушку? А бывало такое, что ты не давала игрушку кому-то? Да, тоже бывало, да? Потому что она твоя, и ты ею дорожишь сильно. Да? Когда тебе не дают игрушку, это нормально. Потому что это же его игрушка, малыша. Это не значит, что он жадный или что он злой. Просто он очень любит эту игрушку. Она для него так дорога. В таком случае можно спрашивать. Можно я поиграю? Если малыш даст, то хорошо. А если не даст, то вот так вот сделать. Вот так, смотри. Вот так вот и сделаешь в следующий раз, да? Еще какой-то батончик. Омега-3. Наверное, это из семечек каких-нибудь, да? Со льном и медом. Открываем? Да. Помнишь? Мы в Мексике. Что в Мексике было? Помнишь? Что? К нам в гости пригласили такие щенятки синие. Да, большие, да? Да. Их говорила. А почему ты вспомнила сейчас их? Ну, не знаю. Так вот пришла, да, мысль? Меда. С медом. Лен — это дико полезная штука. Если хотя бы в таком виде ребенок будет есть, мне кажется, это очень круто. Снимаем мегафон. Еще последняя там осталась. Тебе вот это понравилось? Я хочу снять. Сережки снять? Конечно, давай. Это не больно? Нет. Раз. И. Было неприятно? Ой, маленькая моя. Если тебя не давят, больше не будем надевать. Ева, что такое зло? Ну, когда... Ты не даешь. Когда что-то не даешь? Вот так вот. А добрый когда? Когда ты веселишься. Веселишься? Покажи злой. А добрый? А веселый? А милый? Ой. А если ты только что проснулся? Ой, актриса маленькая. Ну давай, последняя штучка, я ее сама достану, ладно? Опять какой-то батончик. Опять все батончики. Там внутри нуга, фундук. Довольно сладковато, но опять же не так сладко, как какой-нибудь Сникерс, например. Весь этот сет стоит 1390 рублей. Сейчас у него скидка. Больше всего мне понравился орех пекан кешью. Ну, попробуй еще. Какие орешки? Похоже на кокосочек. Ев, ты знаешь, что тебе скоро 3 года? День рождения у тебя скоро. Ты представляешь, ты со мной видео уже снимаешь?
Мы с тобой час сидим, можно сказать, на одном месте. Сладкого мы наелись на неделю, Ева. Да еще. Да нету, схватит. Хватит. Хватит. Я оставлю ссылку в описании на этот сет Уфа Фреш. Нам очень понравился. У нас с Евой большинство пальцев вверх. Я скажу тогда пока красоткам.